В общественной приемной партии «Единая Россия» было не протолкнуться. Горожане стремились попасть на прием к Алексею Игумнову, депутату Мурманской областной думы. С какими проблемами пришли кировчане и какой помощи ждали? Об этом в следующем сюжете. Хотя по графику на прием были отведены всего 1,5 часа, на деле работа с горожанами шла все 3. Проблемы, озвученные кировчанами, самые разные. Одни искали управу на обслуживающие дома компании, другие жаловались на последствия капитального ремонта, третьи – на медицину. И все верили, что встреча с областным депутатом – последняя возможность сдвинуть их дело с мертвой точки. С пропиской было проблемы. Я пришел, да. Я на 25-м паспорт на столе взял бумагу, приехал, они меня приняли и посодействовали. Это второй раз. Ну, это для нас как бы уже последняя инстанция. Я представляю жителей дома номер 6 по улице Мира. Злополучный наш дом, который был у нас в этом году поставлен на капремонт. До сих пор наш двор не приведен в надлежащий вид. Дом у нас в основном пенсионеры, бабушки. У нас есть жители, ветераны войны. И меня вот возмущает такое отношение. Куда бы мы только не в управляющую компанию, я в понедельник обращалась, двор не расчищен. Эти леса разобранные валяются, металлоконструкции, деревянные щиты. Скорая к нам не может подъехать. Я вот это не понимаю. Да, чтобы хотя бы двор наш расчистили, чтобы мы это действительно люди могли выйти на улицу, бабули. Все обращения граждан подробно записаны и приняты в работу. По словам Алексея Игумнова, личные встречи с горожанами обоюдополезны. Люди могут рассчитывать на реальную помощь. Депутат получает полную картину жизни своих избирателей, узнает насущные проблемы округа. Основные жалобы идут на здравоохранение, на отсутствие врачей в нашей поликлинике, вообще на плохую медицинскую помощь. И на втором месте это проблемы в сфере ЖКХ. И главное из проблем – это плохая работа управляющих компаний. В данный момент сейчас, вот если применительно к февралю месяцу, это расчистка дворов от снега. Но эта проблема колоссальная, все-таки кировчане видят. Невозможно ходить, просто в некоторых дворах просто тропинки натоптаны. Огромные кучи снега, ну и мусора. Проблемы решаются с помощью работы с управляющими компаниями, в том числе и через отдел муниципального контроля администрации городов Кировска и Апатита. Это самые действенные меры. Ну и, соответственно, штрафы и привлечение государственной жилищной инспекции. Личные встречи депутата с кировчанами будут продолжены. О дате и времени будет сообщено дополнительно.